Машуль, Кузин, привет. Ну ничего, так выглядишь. Спасибо, ангел. Юльчик Митрофанов, спасибо большое. Даже не стараюсь, кстати, что самое удивительное. Все как есть. Доброй ночи, Женечка. Лаунж, привет, дорогая. Привет. Женечка, привет. Привет, привет, Марина. Привет, дорогая. Привет. Ух, ничего себе. Сразу почти 200 человек собралось. С ума сойти. A magic. A magic. Глаза красивые. У меня? Да. Пьяненькие. Немножко Солдатова. Немножко. Спасибо, что заметила. Я уже думал, кто ж, блядь, заметит. Твои люди с тобой. Спасибо вам. Похудел, правда? Не знаю, я себя каждый день вижу, поэтому я не могу сказать, худею или поправляюсь. Надюш, ты супергерой, как из твоих песен. Карие глаза. Самые красивые. Женя, у мамы есть огород? Нет, но она цветочки выращивает. У меня там цветы растут. Она все это очень любит. Ты священник? Ну, тебя покрестить смогу. Нет, не хотел бы. Сегодня грех не быть бухонькими. Сегодня грех не быть бухонькими. Серьезно? А что сегодня, праздник какой-то? Знаешь, что хочу? Хочу кофе. Блин, не знаю, представляете, у меня просто организм говорит: Женя, тебе нужно кофе. Тебе нужно кофе. Тебе нужен кофе. Нет. Так, давай эфир с кем-то. Давай. Жень, веришь в Бога? Верю, моя золотая, верю. Ой, ой, хорошо, хорошо. Жень, посоветуй хорошее заведение в Лазаревском имени. Я советую тебе собрать вещи и чухать оттуда подальше. Я офигел, сколько народу вас смотрит из всех стран. Да, очень много, Олечка, да. Что самое удивительное, да, очень, Америка, Европа смотрит. Очень много из Германии смотрят, из Италии смотрят люди. Я не знаю, давайте сейчас проведем перекличку, откуда, кто откуда. Если кто-то из России или там из стран ближнего зарубежья, ну, то есть я имею в виду Белоруссия, Украина, там Средняя Азия, давайте все напишем, кто откуда. Ну, просто прикольно понять. В общем, да, очень много из Америки, из Германии смотрят. Очень много из Германии. И Казахстан. Казахстан очень много. Дагестан очень много людей смотрят. Почему-то смутило в Лазаревском. Почему? Что-то смутило. Ничего, Лазаревское потрясающее место. Беларусь, Москва. Вон, посмотрите. Украина. О, ребят, Ставрополь давно был? Да, давно был, Иночка. Смотрю, что интересует. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Говорю, давайте писать страны. Привет, Женечка, всем привет. Привет всем добрым людям. Твоя Аляска Хаски. Аляска Хаски. Жизнь, как она есть. Ай, привет, моя дорогая. Привет, привет. Турция. Турция, Алань. Анталья. Турция. Тверь, ёпта. Тверь, ёпта, интересный город. Грузия. Гамарджо, Гогу. Удмуртия. Краснодар. Германия. Венгрия. Иваново. Смоленск. Калининград. Якутия. Испания. Москва. Молдовия. Молдавия, извините, Адыгея, Баку, Баку, ну, Лазаревская, привет, Хмау, Ханты-Мансийский автономный округ смотрит меня, Москва, Баку, Мурманск, Приднестровье, Лилихаммер, ну, это 1000 рублей кто-то перевел, спасибо вам огромное, спасибо большое, не вижу имени, спасибо большое, Гомель, Армавир, Женька, как относитесь к конфликту с Украиной? Отвратительно отношусь, очень плохо, Беларусь, осуждаю, Ульяновск, Украина, не страны, вечер наступил в Баку, Россия, Воронежская область, Ватутина, Юлечка, моя золотая, спасибо, Брест, пожалуйста, Липецк, Тверь, Питер. Мне очень нравится. Орехозуя, заебись. Мне очень нравится, что вы меня слышите. Я говорю, давайте писать страны, в которых мы находимся. Жень, привет. У кого из родни? Ростов, привет. У меня из родни только Димка Нечаев живет в Ростове. Это который ассорти, хозяин.
Ставрополь. Ребят, мне очень нравится, что вы меня слышите. Я попросил писать страны, вы пишете города. Финляндия, 1000 рублей. Сальма, спасибо огромное, Сальма, моя дорогая, спасибо. Сейчас, одну секунду. Сальма, ну, сейчас, подождите. Love Family, спасибо тебе большое. Спасибо, дорогая, Финляндия. Ташкент, Германия, Гамбург. Потрясающе. С Германии очень много, кстати, людей смотрит. Салам, Кизляр, Дагестан, приветствую. Какой же ты крутой, Господи, дай Бог здоровья тебе и твоим близким, Ставрополь, за тебя, спасибо большое. Не хотел бы пойти по контракту? Нет, спасибо большое. Я вот здесь, дома нужен я сейчас. Я сейчас не стране нужен. Страна без меня разберется. Я дома нужен. У меня папа с мамой здесь. И дети мои. Россия, прими запрос, пожалуйста. Запрос, на что запрос? В этот, выйти в прямой эфир? Давай. Кузин, мы тебя слышим. Тверь, ёпта, обожаю, блядь. Тверь, ёпта, это же какой-то новый город в России. Да, у нас, блядь, каждый город с добавлением ёпта. Привет. Смотрите, какая добрый красивая. Вечер. Добрый вечер. Польша, приветствую. Добрый вечер. Как ваше имя? Лидия меня зовут. Лидия, потрясающее имя. Я из города Ульяновска. О, да. Круто. Я был в Ульяновске пару раз, вел свадьбы там. Чуть муж с женой не развелись в Ульяновске. Жена так... Жене, да, так понравился жене, что она чуть с мужем не развелась. Сказала, боже мой, ну за что мне этот вот... Почему не Кузин? А вы одна? У вас есть семья? Ну, у меня семья, да. Ну, не хочу, конечно, об этом говорить. На грани развода, скажем так, с мужем. Маленький ребенок. Поздравляю тебя. Супер. Маленький ребенок, и то это самое главное, то, что... Да, Лидия, услышь меня. Не расстраивайся. Жизнь настолько коротка, мы не имеем права привязываться к одному человеку. Если ты чувствуешь, что это твое, бери ребенка. Ничего. Поверь, слушай, жизнь устроена, алгоритм жизни и Вселенной устроен так, что Всевышний, Господь Бог, все видит. Моя золотая, после любой трудности всегда будет вознаграждение. Нас иногда, значит, смотри, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, сложностями, которые как нам кажутся, это только нас проверяет Господь Бог, Всевышний нас проверяет. Если мы справляемся с этим, в конце всегда будет вознаграждение. Поэтому ты умница, что ты не стала держаться за семью, не стала жить ради ребенка. Поверь мне, моя золотая, ты максимально привлекательная и классная, интересная очень девочка, симпатичная, милая. Приятно, спасибо. Поверь мне, ты очень быстренько найдешь мужчину, который будет тебя на руках носить и которому... Ну, я очень надеюсь, да, всякие трудности были в этой жизни, и, конечно, не буду о прошлом говорить, но такова судьба. Вот, сейчас растет маленькая дочка, я этому очень рада, 8 месяцев, и это самое главное. Самое главное — здоровье, а на остальное как бы уже... Это все будет. Все будет. Пока... Ты пока со мной общаешься, читай комментарии, которые тебе пишут. Бабы, я читаю, я вижу, да. Вот, и поверь мне, эти мигеры, которые на меня подписаны, которые сидят всегда в прямом эфире в моем, это мигеры страшные. Они никогда в жизни не лицемерят. Если что-то не нравится, они выливают уши от грязи на эту девочку. Или там, на носке. Но если им нравится человек, они пишут правду. Вот поэтому вот я за это люблю своих бабок, что они честные, максимально честные. Вот. Поэтому я тебе желаю... Я наблюдаю все время за эфирами, постоянно захожу, как есть время, по возможности, естественно, вот. И очень рада, конечно, наблюдать за всем этим, за позитивом и так далее. Я, конечно, да, немножко волнуюсь, потому что я не ожидала то, что запрос будет принят, да, прямой эфир, поэтому... Вообще без вопросов, вообще без... Поэтому я желаю тебе... мужчину, который станет, который не станет папой для твоей дочери, потому что отец у нее есть, но станет человеком, который примет ее и будет любить, и которому ты по итогу с огромным удовольствием и с разбегу будешь садиться на лицо, и он будет за это тебя благодарить. В общем, у тебя самое, вот смотри, самое прекрасное, что есть в жизни, оно ждет тебя впереди. Поэтому, моя девочка, ты очень лучезарная, и видно, что ты Богом поцелованная. Все у тебя будет хорошо. Я чувствую людей, правда. За 10 лет нахождения с огромным количеством людей на «Братьях Два», я немножко, как мне кажется, разбираюсь в людях. Поверь мне. Господь Бог с тобой. Поэтому вообще ни за что не переживай. Все будет хорошо. А эти, блядь, маразматики, эти бедолаги, блядь, несчастные, которые не оценили, не смогли удержать семью,
пусть он катится, блядь, колбаской по малой спаске. Хочешь песню спою тебе? Смотри. Я колобок, румяный бок, потом, блядь, пусть катится. Он сядет на весе, а она его хлоп и съест. Ладно. Я отвлекаю, да? Кто-то хочет еще в эфир, да, выйти? Нет? Кто? Нет. Да я не знаю, просто как все это так быстро, нет? Нет, только ты и я. Спасибо. Да, мы даем людям возможность наблюдать за нашей интимной беседой. Ну, я имею в виду откровенничать. Вот, поэтому не переживай, мы золотые. Все хорошо. Так, чем ты занимаешься? Что еще? Какие у тебя есть мечты? У меня есть мечта. Я один раз была всего лишь в Израиле, в Иерусалиме. Вот, и хотела бы еще раз побывать там с дочкой вместе, показать ей все вот это вот. Вот. Смотри. Одна воспитывает дочку, есть папа, мамы нет, вот, тоже давно, ну, давно очень умерла, потому что болела онкозаболеванием, раком. Ну, я об этом, конечно, не хочу, я спокойно к этому отношусь, потому что я сама закончила медколледж, на врача не пошла учиться, у меня родители оба врачи, папа стоматолог, мама лор-врач, отоларинголог у меня она была, вот. Работала в областной больнице, то есть не где-то в частной клинике, и в общем, такая ситуация. Дальше не получилось то, что я пошла учиться дальше. У меня, конечно, была цель, стимул к этому идти, но не получилось у меня дальше пойти, потому что не смогла вовремя поступить, не смогла сдать определенные экзамены, которые необходимы. Ну и вот так вот. Значит, твоё. Как-то поторопилась, хотела ближе какой-то поддержки, что ли, так скажем. Хотела найти себе спутника, человека по жизни. Ну вот нашла, который... Можно сказать, ну, не путевым оказался. И до этого ждала парня с армии тоже. Оказался, дождалась, все было хорошо, но потом сам бросил, просто бросил. У него сейчас семья своя. Там я уже, конечно, не знаю, как видимся так, но редко очень. Вот. А так вот. У меня есть о ком заботиться, у меня дочка, поэтому я воспитанием. Вот это все самое главное. Мне даже сейчас как бы не так важно, чтобы найти мужчину, поддержка, конечно, нужна, это само собой. Но на данный момент сейчас пока не до этого. Маленький ребенок, а там уж как будет, как Бог, правда. А, ты одна себя воспитываешь? Да. Ну да, я одна воспитываю. Ну, муж приходит, официально пока еще муж, он приходит, помогает так, но... Где ты работаешь? Что еще раз? Где ты работаешь? Я работала в частной клинике медсестрой. По глазам. Ну, сколько? Офтальмологическая клиника. Я 3 года только отработала. У меня стаж работы есть. Месяц зарплаты сколько у тебя? Ну, оклад у меня 17 тысяч был. Вот оклад был. А плюс еще переработки и так далее. Я, конечно, там брала переработки, так как я была одна. У меня ни семьи, никого не было. И поэтому я брала больше часов, чтобы отработать. И тратила на себя. Вот. Хорошо, у меня своя квартира трехкомнатная. Я считаю, вот только с ребенком тут. Я понял. Но тебе хватает денег вообще? Мне хватает, да. Ну, потому что я как-то экономно живу, скажем так. Ну, не то, что экономно. Я как-то распределяю свои доходы. Куда, что мне необходимо потратить. И как-то, не знаю, мне хватает лично. То есть я не жалуюсь на это. Вещи у меня есть. Все у меня есть. Напиши сообщение мне сейчас. Номер карты скинь свои. Нет. Я не буду этого делать. Спасибо, конечно, не надо. Прикалываешь? Нет, подожди. Мы просто вот от нашего коллектива... мы просто... Можно, да? Можно как-то? А то просто как-то неудобно. Вижу первый раз человек вот на «ты». Можно на «ты», да? Да, можно, конечно. Мне 24 года просто будет. Вот, поэтому как-то, не знаю, на «вы» тоже. Вроде уважения. Я понимаю всю вот вашу ситуацию в семье, поэтому мне ничего не нужно. Мне все хватает, поэтому нет, я не возьму даже принципиально. Не то, что я правильно, я не могу так взять, вот правда, не смогу. Поверь мне, со мной мои бабоньки, со мной Господь Бог и со мной удача. Поэтому поверь мне, какая бы ситуация в моей жизни не произошла, у меня все будет хорошо. Я не говорю о том, что ты не похож на человека, который нуждается. Но это просто, просто сделаешь небольшой подарок. Хорошо, сделаем так, смотри. Давай ты мне в директе, просто отправь, я от себя, чтобы ты дочке купила какой-то подарок. Просто от себя. Хорошо? Можно так сделать? Можно, хорошо.
Все, вот так, мне скинь в директе, я тебе отправлю, пойдешь дочке купишь какой-то подарок, хорошо? И скажешь вот это вот от... И потом пришлю фотографию, фотоотчет. Как? Ну, только лично. Если мне... можно, конечно, потому что да, да. Мне не нужен, ты мне просто в момент, когда ты будешь дарить подарок, ты просто покажи глаза ребенка. Мне не нужно отчет, что на что ты потратил. Зато будем помнить, да, да. Кого да, это, да-да-да, ты... скажем так. Ты просто покажи, как ребенок просто улыбается в этот момент, и все. Послушайте, значит, послушайте меня, Кинториус, или кто ты там, блядь, пишешь ты мне, писать о том, что лишнее, не личное, лишнее, не лишнее. У меня у самого двое детей. И поэтому не надо мне приходить сюда и писать о том, что это лишнее, хорошо? Все. Моя золотая, лети, ты потрясающая девочка, максимально, кстати, какая-то вот, ты какая-то вот как с другой планеты. Прям, знаешь, у меня такое ощущение, что ты меня перенесла просто в какое-то прошлое, такое, знаешь, old school. Никакой пошлости, никакого мата. У тебя очень поставленная, грамотная речь. Видно, что ты родилась интеллигентной. Видно, что родители имеют отношение там к бюджетной сфере. Я имею в виду, что врачи либо преподаватели. Ну, в общем, моя золотая. Поэтому сделай для меня приятно, и мне будет приятно. Тебе доброй ночи, жду от тебя в директе сообщения. Да, всего самого хорошего, всего доброго, самое главное, здоровья и близким, чтобы все было прям хорошо. Дай Бог здоровья, конечно, вам всем, всей вашей семье, близким, детям. Это самое главное. Поэтому да. Буду молиться. Я хожу в церковь, поэтому я буду молиться. И, конечно, не так часто, но как получается, у меня тоже по возможности. Вот. Спасибо. И я буду молиться, насколько меня Боженька услышит, конечно. Вот, свечку поставлю. Он тебя слышит. Он с тобой. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Хочешь правду? То, что ты сейчас разводишься, это тебя Господь Бог отвел. Взял за руку и отвел оттуда. Поэтому... Многие говорят, да. Ну, видишь, если я об этом сказал, соответственно... Первый человек, да, который меня видит и уже делает какой-то вывод, да, и мнение уже. Да. Все, моя золотая. Все, дочь... всего самого хорошего. Знаешь что, когда дочка, ты сегодня вот пойдешь к ней, ты передай ей в ушко, нашепчи и скажи, что и передай ей от нас, от всех, что ей очень, очень повезло с мамой. Спасибо. Пока, добрый вечер. Напиши, забудь, блин, в директ напиши сейчас прямо. Хорошо, все, ага, хорошо, спасибо огромное. Пока. Ага, все, пока. У хорошего человека хорошие подписчики. Вот, вот, наверное, это работает. Кто там написал лишнее? Лишнее, не лишнее. Где она? Вот этот человек, который сейчас писал. Сейчас я найду ее, заблокирую хером собачьим. Она мне чуть, блядь, настроение не испортила. Подожди, сейчас. Я себя зареву. Все нормально, мой золотой. Держи. Сейчас я ее найду, я сейчас ее заблокирую. Подождите. Светлая, добрая девочка. Реально, молодец, удачи. Да, очень воспитанная. Жень, молодец, хорошая, солнечная девочка. Удачи, удачи, Женька, выйди в эфир. Женя, Женя, круто. Сейчас я тебя найду, сучка, блядь, я тебя заблокирую сейчас. Так, 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 так. Уже лишнее, нашел. Кинториус, заблокировано. Всего доброго тебе. Охренеть. Круто, да? Представляете, перед сном... просто человек зарядил нас какой-то немыслимой энергетикой. Вы можете себе писать? Это, вот знаете, это на секундочку тем, у кого есть муж, у кого есть дети, у кого есть все в этой жизни, и вот они сидят, жалуются. Посмотрите, какая девчонка, как она сильная. Но опять же, я как человек православный, здорово, мэн, здорово, Андрей, дорогой, вычислил, ору, да, нашел сучку. Значит, я как человек православный, я вижу этих людей, и я понимаю прекрасно, что... ее Господь Бог ведет, и она прям уверовала в него. Это очень хорошо, это очень хорошо. Видите, как сразу видно верующего человека, сколько теплоты от него. Несмотря на то, что развод, несмотря на то, что мамочка сейчас не с ней рядышком, она все равно не отчаивается, она максимально позитивная. И знаете, что я еще заметил? Я заметил, что она абсолютно одинокий человек. Потому что она меня впервые увидела, и она тут же рассказала очень сокровенные интимные вещи. Тут же рассказала. Это говорит о том, что ей не с кем поделиться. Если ты нас слышишь, Лидия, то ты всегда... Я тоже воспитываю сыночка одна, Женя, ему 9, и будем... Ой, поздравляйте. Если ты нас слышишь, Лидия, заходи каждый день ко мне в эфир, и по возможности будем с тобой периодически общаться. Вот здесь немного застеснялась. Ну ладно тебе, все нормально. Вот.
Вот, поэтому мы станем твоей семьей, пускай хотя бы такой виртуальной, но поверь мне, мы, блядь, мы очень классная команда. Мы, блядь, как спартанцы. Мы эти, блядь, мы все. Мне так нравится, как Женя говорит, заблокированным. В прямом эфире еще зайду с удовольствием. Все, дорогая, я жду от тебя обратной связи в директе. У меня муж был абьюзер, часто поднимал руку на меня. Но это не абьюзер, это не муж, это конченая шлюха какая-то. Да я заметил, что она сразу рассказала очень много о себе. Да потому что не с кем поделиться. Вот и все. Вот, вот я три дня назад был эфир. Эх, Женек, была бы рада с тобой пообщаться вживую в Москве, к примеру, потрещать. Да не вопрос, увидимся, пообщаемся. Три дня назад я выходил в эфир и говорил о том, что большое количество людей, сколько там уже в маршрутке за сегодня? Да там 4 человека они едут. Она пока еще не едет, маршрутка. Он пока полная не наберется, не поедет. Ты на Джонни Деппа пипец похож. Да, Андрюх? Ну, может быть. Поэтому... Это три дня назад я выходил в эфир, помните, и говорил вам о том, что очень много одиноких людей, очень много одиноких людей, которым просто не с кем поделиться, просто не выговориться некому. Вы меня спрашиваете: Женя, почему ты так часто выходишь в прямой эфир? Да потому что, блядь, я тоже максимально одинокий человек. И прямой эфир — это возможность выговориться и пообщаться. И мне становится легче. Мне перестают сниться какие-то непонятные, неприятные сны. Меня перестают болтать вправо-влево. Вот я спускаюсь с этих качелей жизненных. Мне просто становится легко. Вот. Давай друг другу помогать, чтобы было легче на душе всем. Да. Знаете, сколько нас? Вот нас таких одиноких. Представляете, а какая-то сейчас девочка вот смотрит мой эфир, и она думает, разводиться или нет. И сейчас увидела Лидию и думает: блин, ну она же вроде нормально, вроде там не страдает, в петлю не лезет, с окна не пытается выйти, не запивает свое горе алкоголем. Значит, и я смогу. Вот для этого это нужно. А я все равно продолжаю и буду верить в человечность. Вот и клянусь вам. Сколько в моей жизни происходит ситуаций неприятных. Кто-то, наверное, скорее всего, уже сдался. Никогда в жизни я не сдамся. Потому что добра на этой земле очень много. Я тоже одинокая в душе. Да мы все одинокие в душе. Поэтому мы сейчас в час ночи сидим в этом эфире. Знаете почему? Потому что, блядь, мы все одинокие. Потому что... Да все, зачем дальше говорить? Вы прекрасно понимаете, о чем я сказал. В час ночи мы сидим, потому что мы все одиноки. Я развожусь сейчас, и жизнь продолжается, бабоньки. Моя умничка моя. Все происходящее давно неспроста, делает нас сильнее и мудрее. Молодец, Лесечка. О, блядь, Лес, блядь, как что напишет, блядь, хоть стой, хоть падай. Умница. Блин, Жень, а правда ты прав? Ну, может быть. Женечка, ты молодец. Так мне нравишься. Спасибо огромное. Жень, что нельзя прощать? Прощать? Кого? Кого прощать? Жесть, что ты за... Жесть, что ты за распад семьи? Вместо того, чтобы советовать людям сохранить семью, как можно говорить, разводиться. Слушай, Майя, порой бывают такие моменты, когда ну, невозможно жить с мужчиной. И ни дети, ни привычка, ни привязанность, они не должны стоять и быть в виде там какого-то замка. Нет, нужно уходить, нужно любить себя. Буду теперь заходить смотреть на тебя. Заходи, моя родная, согласна. В Германии очень тоже много таких. В точку. У меня ребенок спит, а тут Женька, слушай. Да мне тоже говорят, что я молодая и очень сильный человек. У меня у подруг тоже детки, но они здоровые. Мне говорят: блин, как же так тяжело. Нормально все, хорошего, спасибо, Женька. Не бровь, а глаз. Час назад собиралась спать, и все, не могу выйти душевно тут. А можно нескромный вопрос, просто ради интереса? Только не заблокируй. Нет, задавай, конечно. Вот дилемма. Многие женщины, хоть и замужем, но одиноки, к сожалению, часто явления. Почему игноришь эфир со мной? Моя золотая, потому что сейчас у меня сядет телефон, пойдемте. Женька, я с тобой, мы сила. Я знаю, я с тобой, и мы сила. Сейчас, Кузя, люблю, я знаю, Мазата, люблю, тоже люблю, 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 люблю. Пойдемте кофе сделаем. Папа спит, правда, уже, наверное. А, нет, телевизор работает. Он же у меня внизу спит. А, нет.
показалось. Сейчас, тихо. Папа спит. Не, не буду кофе делать, потому что папа спит. Сейчас там чайник будет этот шуметь, и не хочу. У меня папа внизу спит, потому что наверх подняться не может, на второй этаж. А вот. Ну ничего. Скоро мы все сделаем ему, сделаем. Все будет хорошо, и будет подниматься на второй этаж и спать с мамой, а не внизу. Обычно не смотрю никакие эфиры, а тут у вас так всегда уютно. Добро пожаловать. Покажи свою комнату. Настя, что ты, не могу понять, мне пальчики свои присылаешь. Настя, Настя Давыдова. Знакомая такой Давыдова, боже мой. Давыдова, Давыдова, Давыдова. Настя Давыдова, Настя Давыдова, Настя Давыдова. Настя Давыдова. Не помню. Мне бы такого Женьку. Ага. Жень, чайник включи, тут нельзя, где сидишь. Жень, чайник включи, тут нельзя. Да не, не хочу. Вот. Привет, привет, Настюш. Давыдова, Давыдова. Что-то такое знакомое. Женя, отца в Санкт-Петербург вези или Москва? Здесь, в Краснодаре могут сделать, но... В общем, на одной стороне улицы бесплатная клиника. И стала подходить его очередь. Ему позвонили за 2 недели и сказали, что извините, пожалуйста, вы вылетаете из очереди там, без объяснения причин. А напротив частная клиника, которая делает то же самое, но только за деньги. Вот такая вот история. Поэтому ты не меняешься. Настя Давыдова, Настя Давыдова, Настя Давыдова. Господи, что такое знакомое и вкусное. Я прям чувствую вкус этой женщины. Женечка, девочка с эфира, просто чудо. Хватай ее, и будет тебе счастье. У меня промелькнула, кстати, эта мысль. Квота была. В очереди год целый человек терпит. У меня мама каждый день, блядь, кетанолом колет отца. Поэтому. Настя Давыдова, с Дома 2. Блин, не помню, что-то знакомое такое. Давыдова, 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 Настя Давыдова. Не помню. Ну, что-то вкусное 100%. Прям на небо. Прям. Вкус, вкус. Вкус. Сочный, вкусный. Такой вот, как слива вагины. Жень, надо что-то придумать. Я думаю, Лизка, ты даже себе представить не можешь, каких людей я подключил. И... Очень серьезные люди подключены, правда. Ну, там через 5 человек. И они к тому, что я там рукопожатный с ними. В том плане, что очень много. И в Краснодаре подняли министерство, и с Мурманска министерство. Ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Да, да. Тазобедренная кость, абсолютно верно. Нет, в Краснодаре операция есть. Прямо тебе говорю, вот на вот здесь на улице стоит больница бесплатная, нас нахуй выбросили оттуда. Сказали, идите нахуй. А напротив, через дорогу платная клиника. Прямо в этот же день тебе сделают операцию. Да, тазобедренная кость. Тазобедренный сустав. Стерся к херам собачьим. Человек ходить не может, блядь. Нужно ставить протезы. Поэтому вы меня простите еще раз, кстати. Еще раз хочу извиниться перед вами, что мне приходится вот так вот. Конечно, смогут они в Краснодаре. Конечно, смогут. Жень, привет, привет, привет. Чернышкам. Чернышках. Чернышках, привет большой.
У меня у папы так было. Ну вот. Сложно. Я знаю, что сложно. Да, там еще реабилитация. Бля, там, пиздец, короче. Ну, я не могу уже смотреть на него. Жень, привет. Я тоже сильно болею. Провели неуспешную операцию на сердце. Теперь осложнение на весь организм. И изменив везде, никто не может помочь. Если нужна помощь, может, говори. У меня дочь тоже не ходит и не ходила ни разу. 3 годика. Моя золотая. Ну, а что-то можно сделать? Как-то помочь или что-то? Да, я понял. Спасибо, Бром. Нас тоже не взяли на операцию. Непроходимость сосудов была. У нас все нормально с проходимостью. И анализы, все было нормально. Дай Бог. Спасибо большое. Очень тяжело смотреть на ребенка. Вот. Все нормально. У каждого может такой вопрос. Да, здоровья всей твоей семьи. Спасибо, Настя Давыдова. Какая-то ты вот, я прям не могу понять. Я прям хочется прям съесть тебя прям. Миша, облизываться аж начинаю. Вкусная какая-то. Нет, не упал. У меня отец, нам поставили диагноз Девиво. У меня у отца был излишний вес. Я ему сделал операцию. В общем, похудел. И когда под тяжестью веса тазобедренная кость, было все нормально. Когда ушел вес, они начали тереться друг от друга кости, потому что давления не было уже такого, и стерлись кости. И вот сейчас надо ставить протезы. Ну, если вы, вот, если вы действительно спрашиваете, вам действительно интересно, вот я вам рассказываю. Просто если затягивать, то может привести к инвалидности. Очень серьезные. Вот и все. Затягивать нельзя. Надо сделать быстренько, и все. Все. Не хочу, все. Остановились. Кости захрустели, бля, захрапели. А инвалидность есть у него, да? Есть. Одесса, привет большой. Да все уже, Таточка, моя золотая. Я уже устал. Танюша Андреева, давай в следующий раз обязательно. Вот. Обещал ведь, ну в следующий раз, значит, возьму. Давыдова, давай в эфир. В эфир, говорит, он, люди тебя просят. В эфир, говорит, давай. Не надо, и Давыдову тоже не надо, уже все. Ви, а ты что не спишь? Что за сигареты? Чапман. Вишня. Может, страховую бросай курить, Женька, все хорошо. Давай все, Настя, отвали, блядь. Будешь тоже заебывать меня с курением. Люблю, люблю. Осуждаю себя, кстати. Сладких снов про розовых слонов, Жень, спасибо за эфир. Давай, доброй ночи тебе. Похна Давыдова. Да еще, блядь, с чего ты взяла, что похна Давыдова? Может, Давыдова, это судьба моя, блядь. Хотя моя судьба, мне кажется, Лиска. Лежу тебя вот смотрю. Ну, хорошо. И что там показывают? Как тебе Кузин? Нормально все с ним? С Кузином нормально все? Хелен Мур, тоже тебя люблю очень сильно. Прости, я не знал, что вы сегодня все в моем эфире, всех, кого я люблю. Просто не знал, что вы все собрались здесь. Доброй ночи, Леночка, 02-011-992. Доброй ночи. Спасибо, что провела с нами время. Да, сейчас я докуриваю, будем заканчивать эфир, будем ложиться спать уже. Мне тоже кажется, что все-таки Лиска твоя судьба. Настя обиделась. Как Давыдова обиделась? Да хватит, что ли. Блядь, если... Привет из Абхазии. Абхазии, привет огромный. Если Настя обиделась на то, что я сказал, значит, нам уже не по пути с Настей. Ну, мне почему-то внутреннее чутье подсказывает, что Настя, она свой, блядь, свой чувак. Она на эту херню не обижается. Кузин, ты крутой. Такой, каким мы тебя знаем.
такой, каким мы тебя знаем. Сука, она знает меня. Я ему говорю, Давыдова, знакомая что-то. Блядь. Сейчас, подожди. Сейчас я опять в эфир ее позову. Выйти в прямой эфир с Давыдовой. Я чувствую, что я знаю Давыдову какую-то. Давыдову знаю, Настю. Настя Давыдова. Малыш, а как же я? Кисуль, Леся, ты вообще в моем сердце, сука, отклонила меня. Ну все, значит, точно наша. Дочку в гости заберешь? Как в гости? На все лето хочу забрать ее. Вот в субботу хочу забрать ее. Поэтому, бабоньки, приглашение поехать куда-то, отдохнуть. Знаете, я с дочкой только. И то, скорее всего, нет, потому что я не хочу своей дочке показывать женщин, в которых я не уверен. То есть мне очень хочется познакомить свою дочь с женщиной, с которой я захочу проснуться. Не заснуть, а проснулся. Потому что женщин, с которыми я хочу заснуть, их достаточно много. А вот проснуться... Понимаете, о чем я? Ты достал, всех водишь, а меня нет. И в тебя войду, не переживай, блядь. И до тебя очередь дойдет. Что ты тоже там, блядь, воду баламутишь? Херню не занимайся. Сейчас увидел, как курю. Привстал. Спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня со мной. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете меня, мою семью в моем лице. Доброй ночи вам. Время уже час. Пора закрывать глазки и представлять перед сном себе, что я вхожу в вас. Голова разболелась. Завтра выйду, Вик, ну, прям, когда я без тебя, елки-палки, как мы это уже должны... Спасибо за эфир, он был душевный, да-да. Лети, моя голубка, доброй ночи всем. Пусть у вас все будет хорошо. Мне, кстати, одна девочка как-то написала в директе, говорит, Женя, когда смотрю твои эфиры, я мастурбирую. Можете себе представить? Клянусь вам, вообще без вранья, правда, это было. Не понимаю. Спокойной ночи, спокойной ночи. Спасибо за эфир. Мы любим вас. Собери, женек, без пошлятины. Хорошо, я вышел из тебя. Конкретно из тебя я вышел. Все нормально. Поэтому можешь засыпать. А к девочкам, у которых есть мужчины, мужья, парни, молодые люди, мой месседж не относился. Это к одиноким бедолашкам. Высоко себя ценю. Да ладно, это просто игра слов. Это же шутка, 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 шутка. Не думать, что я до такой степени... Блять, охеревшие. Нет, все нормально. Я простой мальчишка, которому хочется верить в то, что он дружит с оленями и понимает язык животных. Как и все. Просто верю в сказки и в чудеса. Люблю вас.